Легко ли увидеть красоту окружающей нас природы, людей и передать ее средствами искусства? Совсем нет. Но если очень стараться, то эта задача вполне по плечу юным славянским художникам, которые делают прекрасное понятным и близким для зрителей. Юные таланты со всего района представили свои работы, а всего их более 120, на выставку «Моя Родина», которая открылась в Славянской картинной галерее. Разнообразие жанров впечатляет, от натюрмортов до портретов исторических деятелей. Работы выполнены в самых разных техниках – графика, живопись, лоскутное шитье, скульптура, витраж и куклы. Выставку открыл председатель Совета Славянского района. Своим детским взглядом вот видите жизнь, вот какую вы ее видите, добрую, хорошую, вы все это отражаете в наших вот сегодняшних картинах. Я думаю, что для вас сегодняшняя выставка – это, наверное, первая презентация. Я хочу вам пожелать, чтобы вы и дальше овладевали навыками. Известный кубанский художник и скульптор Виктор Вайс сердечно приветствовал участников выставки. Мне кажется, вот участие вот в выставках вот в вашем возрасте, это дает вам большой толчок в будущем. Вот сейчас у вас идет процесс, когда кто-то из вас заболеет искусством и останется в нем на всю жизнь. Поверьте, это здорово, потому что искусство – это всю жизнь заниматься любимым делом. Юные музыканты и певцы порадовали собравшихся своим мастерством, а затем зрители стали знакомиться с выставкой. Мы проходим мимо, не замечаем каких-то вещей, а дети, они очень внимательные, они очень цепкие, они видят красоту в обычном, и это очень поражает, даже потрясает, я бы так сказала. Ну и, конечно, интересно их видение цвета, формы, то есть это все представлено в полном многообразии на выставке. Анна Деркач очень любит цветы и пытается сделать их мимолетную красоту в своих работах долговечной. Я учусь уже 7 лет. Мне очень нравится рисовать цветы, потому что они получаются такими живыми. Под руководством опытных наставников Анастасия Панасенко успешно овладевает искусством работы с глиной. Я очень люблю рисовать, лепить из глины. Как просто сидеть возле телевизора мне неинтересно. В свободное время я хожу в художественную школу. Я бы очень рада, когда люди, смотря на наши работы, улыбаются, им нравится то, что мы делаем. На выставке есть что посмотреть. Работы подкупают своей непосредственностью и открытостью, желанием увидеть необычное в обыденном. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».